Вместо старых бараков – современная и комфортная квартира. 100 человек уже пакуют чемоданы и собираются переезжать в новый 9-этажный дом 4В по улице Ипподромной. Часть квартир будет передана жителям аварийных домов из микрорайона УКСМ. Мы с вами находимся рядом с домом, которым администрация города Ульяновска приобретено 100 квартир для переселения граждан из домов Хваткова 8, 10, 12, 14 и 4 переулок Ватутина 8. Кроме этого, в этот дом также переселяются граждане из аварийного дома Герасимова 7. Квартиры будут переданы новоселам с полной отделкой, с установленной сантехникой и приборами учета. Пока застройщик доделывает последние штрихи, доклеивают обои, расстилают линолеум. В планах и благоустройство прилегающей территории, установка детской площадки и пешеходной зоны. Дом чем хорош, что он кирпичный, настоящий. Толщина стены 75 сантиметров. Между квартирой тоже толщина стен довольно-то большая, полметра. Поэтому соседям будет комфортно жить, никто никого не слышит. Дом теплый. В чем здесь плюсы? Рядом котельная газовая. Работа по переселению людей из ветхого жилья ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также в этом году городом будет приобретено еще 100 квартир, где пока не ясно. В апреле пройдет аукцион. К расселению готовятся жильцы домов с улиц Полбина, Стасова, Ростовская, Автозаводская и Любови Шевцовой. Анна Тищенко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.